всем. Ночью сегодня я играю в Hungry Pig в Роблоксе. Да, я решила посмотреть, что это за новый режимчик. Тут надо, короче, еду собирать, типа, чтобы свиньи тебя не сожрали к фигам собачьим на мясо, к шашлыку. Короче, еще ссыкотно, потому что я ни разу не играла в эту игру, и я буду учиться, короче, играть в эту игру, но сейчас спидраним за кормом. И вот сейчас первый спидранчик. Нет, я лучше не буду это делать, а то я знаю эту фигню. Ну, я за кадром немного поиграла. Ой! А, это за другим челом, походу, бежит. Так, нет. А чё он за мной бежит? А, так я ж у него забрала еду. Понятно, чё он за мной бежит. На мясо меня хочет забрать. Не-не-не-не-не, ничего я тебе не дам. Иди нафиг. Ну, получается так, трындить очень много предупреждения сразу. Ну, и сейчас обрывается звесть. Связь вернулась, и получается сейчас я немножко тут побегаю, найду жратву эту мясную их с картошкой и сосисками в тесте. Ну, да, и, короче, их надо собрать 10. Да, наверное, это будет трудно. Ну, и как, поскольку я новичок, мне это будет очень трудно. Тут я немного подавилась слюной, тяжело говорить, короче. Так, и я не собрала еще пока что ни одного кормика. О, а что это за фигня? Ну, ладно, чел, спасибо за то, что ты меня закрыл в какой-то коробке зеленой. Ну, да, немного прокашлялась сейчас только что. Да, я могу слюной даже, когда я молчу, подавиться. Ну, жизненно, чтобы сказать. Это что, бесконечная кея, что ли? Что, свет здесь тухнет? Ну, да, ладно. Надеюсь, меня ни одна свинья не догонит за сегодняшний ролик. Нет. Так, ну и, наверное, скоро я буду собирать у них эту еду. И вообще искать кого-нибудь, чтобы лут собрать. Ну, и когда мы соберем лут, получается, мы будем, типа, зарабатывать, что ли. Ну, сильно мне непонятно, надо будет бежать за какими-то очками, не пойму какими. Но какими, я не пойму все-таки все повторяется. Так, ну и сейчас, получается, я, наверное, попрусь все-таки за едой. Да, мне делать нечего, и как-то... А, я научилась включать скорость. Да, здесь пропала свинья. Наверное, ее взбесили. Ну, короче, тому чуваку, который взбесит ее, заберет ее еду, тому полный капс дефинячий звук. Цензура, типа, окей. Ну и как бы получается, что, ну, все понятно, его хавают и все, свинья наедается, ну и правда она не наедается, а бесконечно жрет, потому что это хангри. Опа! Первый лутас! Это вообще замечательно. Да, куда бежать? Может, она меня не тронет в этой зоне, короче. Нет, ну, есть, короче, этот, что, типа, она меня может догнать. Но я думаю, там, где я заспавнилась, она меня... Ну, у нее меньше шансов есть меня поймать на том месте, где я заспавнилась. Берегите уши, предупреждение. А, блин! Фу-фу-фу, меня поймали! Это как Tower of Hell проходить 4 часа подряд, пока у тебя все нервные клетки не исчезнут. Ну, я буду продолжать. Да, правда, какая-то другая девочка забрала у меня мой лут. Ну, так, пойдем. О, наконец-то свет врубили. Сантехник так долго это делал. Аж, блин, аж долго прямо. Ну... Так, теперь возьмем, наверное, брата, он самый будет медленный, скорее всего. Спидран Дрима. Блин, спидран.
Наверное, смогу что-нибудь купить в магазине, если там не супер высокие цены. Я еще не разглядела, потому что меня сразу свинья схавала это. Ну, приступим пока что. Хотя мы уже начали. Ну, и я трендю то, что... О, еще один свинопик. Ну, сейчас тебя будем раздражать. Ой, блин. Нафиг я это приложение скачала сейчас. Так, меня, скорее всего, сразу же поймают. Потому что они 40 минут орут и 40 минут догоняют. Хотя не 40, а секунду догоняют. А, блин, я застряла. Нет. Дядя. Все-таки я поняла, что может быть хуже Тавера. Это Hungry Pig. О, Буба! Пойдем, короче, раздражать свиней. Правда, здесь паучиха-свинья. А, да, это шиза всех хорроров, чтоб, типа, превратить... Нет, у меня не забирается, она, походу, что-то жрет такое, запрятала. О, кому-то точно капец, 3 свиньи за раз. Так, ну и сейчас мы, наверное, еще пойдем кого-нибудь раздражать, но не знаю кого. О! О, ура. Я раздражаю кого-то. Хе-хе. Ну все, ты меня не достанешь. Не достанешь, понял, колбасочник. Так, а еще... Блин, я правда не... Что это за такое? Чего они через раз ловят? Хотя, я думала, они меня не могут... Ага, ну-ка давайте-ка мы... До свидания, чел. Мы вас... А, опять сантехник, что ли, лампочку случайно лопнул. Ладно. Ну и так, что мне еще надо делать? Я забыла, что я хотела. Нормас, я вспомнила, хотела свинью побесить. Ну и давайте для опыта возьмем еще кого-нибудь лут. Ну или я это сделаю попозже, потому что, ну я не знаю. Ну, пойдемте-ка искать что-нибудь и что-нибудь, я не знаю что. Так, а этих чудо-ют можем догнать? Да, наверное, можем. Сейчас будем злить, если никто их лут не заберет раньше меня. Хе-хе. Не, о, спайдер какой-то. Ну, да ладно, не буду спайдера злить, а то спайдермен меня сожрет. Так, ну и где этот тот самый мелкий, либо же здоровый? Не надо, дядя! Ну, короче, иди в баню, я новичок. Тебя сама сожру. Либо тебя будут бесить, как не знаю кто. Мне скоро начнется уже аллергия на этих свиней. Сколько они за мной бегать будут, серьезно. О, давайте-ка посмотрим наконец-таки. О, может палочку? У меня как раз хватает на палочку эту. Но пока что это я купить не могу, поэтому палочку. Опа. Какая красивенькая. А что она делает? Это поможет, правда, в луте. Ну, будем проверять в течение видео. Оно длится, блин, почти чуть ли не 21 минуту. Круто! Сколько я сняла за 21 минуту. Очень логичное слово. Короче, логика прет, лучше некуда. Ой, бедненький нубяра. Ну, короче, лучше этому нубярке бежать, а я побежала дразнить еще. Так. Блин, лут украли! Я на тебя в суд подам за мой лут! Так, ну и, наверное, в течение видео я соберу не 10, а... Меня, наверное, уже на 9 сожрут, потому что я знаю себя, проходила почти чуть ли не миллиард. О, это жуткий месяц! Ладно, побежали, хватит этих шуток, у нас тут Hungry Pig. Пойдемте дразнить обычную свинью. Я ее дразнила, и я ее теперь возненавижу, потому что, типа, у меня на нее аллергия.
А вас не смущает, что эта свинья живет в парке в виде картошины, мартошины? И она еще жрет какие-то супчики и из нас жрет. Свинка, спасибо, что ты меня больше 26 раз съела за видео, либо больше 1000. Спасибо, свинка. Так. Наверное, я проведу сейчас опыт, разозлить 3 свиньи, либо же заработать 1 000 000 000 очков. Серая свинья, приветики. Ты меня уже жрала, и... Да. Наверное, скоро войдет ускорение, так что... Ускорение 2x. Музыкальная пауза, чек. Так, а теперь идем беседить дедушку-свинью. Так. Лут собран. Я у кого-то украла лут, а теперь надо отсюда сбегать, потому что меня засудят за лут и засудят за то, что я украла у кого-то еду. Вообще круто, меня засудят 2 человека. Какая хорошая... Да блин, господи, хватит мне на экране вылезать. Сейчас, короче, убегу. И, наверное, я соберу немножко больше лута, и я сейчас буду проводить небольшие опыты, и, наверное, я сейчас тоже немножко ускорю, поэтому ускоренная музыкальная пауза, может быть, тоже будет. Уп, музыкальная пауза, чек. Так, и, наверное, Лепсихай 2 лазря. Ну, и кому надоело это ню-ню-ню-ню-ню, могли послушать Лепсихай. Ну, короче, кому как удобно, и ты, я не знаю, я пошла собирать лут. И, в принципе, для меня один, это обычный рекорд, Тебя сейчас сожрут, примерно... 12 минут назад, да, меня сожрали, очень круто. Вот я сейчас смотрю это на монтаже, боже. Блин, почему нельзя было отбежать в другую сторону, покрутить, обмануть? И, наверное, ну, самое логичное будет купить какую-нибудь вредятину. Ну, и все-таки у меня хватило ума, и я купила эту аптечку, короче. Правда, наверное, немножко рановато записала голосовое. Ой, озвучку, допустим. Блин, я уже с этим WhatsApp. Круто, я использовала аптечку, как сразу я ее купила. Люты, вон. Так, и сейчас, скорее всего, я сейчас ускорю немножко. Колесики, и красивый руль, дроники работают, водичка, лёд, буль-буль. Супер крутое вхождение двух популярных песен. Вообще супер. Так, а как, поскольку мне нифига не видно, и фонарик мне покупать лень, сейчас я сделаю вот так, и все замечательно. Опачки, у нас тут лут. Ой, уже украли. К сожалению. К счастью. Лютая шиза. Для меня и Роблокс... И Роблоксеров. Я не очень люблю неправильное произношение, поэтому вот это вот... Ну и... Не знаю, что, короче. Просто лютый пон. О, сантехник заработал наконец-таки. Ура! Ну, и, наверное, мы сейчас ускорим. А нет, не будем ускорять. У нас здесь лут из спидран Дрима. Опа. Две кражи. Это уже рекорд. Респект. Сейчас еще немножечко лутика. И за мной будут гоняться 4 свиньи. Либо ж 3. Так и оставим, наверное. И некоторые за мной уже, может быть, гоняются. Круто. Так, ну и сейчас пока такой свободненький момент. Сделаем ускорю. Знаю, что я люблю ломать спагетти на закате и рассвете. Да, я его слушаю. Но это бывает редко, потому что... Он недавно выложил свой трек, ну и поэтому. Но, блин, а где...
куда они пропали? Они никуда не пропали. О, как раз пригодится. Я просто супер-прошка. И вовремя я спросила, прям вовремя за свиней этих. Я не думала, что я буду так долго играть, и ускорение без музыки жалко. Без ускорения у нас тут Лутасик. Лутасик. 4, это уже мой рекорд. Так, а теперь мы спидраним, как Супер Дрим. Но только Супер Дрим, который бежит от свиньи, а уже не своих друзей. Так, Так, теперь мы просто спидраним, как супер спидрановский дримас. Так. Самое главное сбежать, палочка, помоги, не подведи, беги. Так, блин, нет. Это мне месть за то, что я украла у них 4 тарелки аж за раз. О, сантехника опять перестала работать. Ну, вообще, что могу сказать, идеально. А сейчас ускоренает, потому что я не делал ускорения. Потому что нечестно так без ускорения сидеть. Опа, а сейчас мы дедушку облутаем. Всё, облутали, теперь нужно бежать. Надеюсь, нормально все будет. Да вы опять вылезли, как вы меня бесите. Вот прям вообще. Ну, немножко позже залезу в магазин, наверное. Я вся в мурашках. Какая есть музыка, такую вставлю сейчас. Сюда слушай ты, буду плакать и объяснять. Если меня собьет машина, это будет твой отец. На тебя лишь посмотрела, поняла, что мне конец. Яблоки, ананас, прячем потихонечку. Про запас. Я сюда маг, это так. It's raining tacos. Замечательный набор песен. А пока что мы продолжим. Я своровала какой-то свиньи еду. Я сильно не смотрела, пока музыку добавляла. Про сантехника шутки не будет, потому что сантехник уже достал. Так, а как обижать, чтобы достать их? А походу не обижишь. Блин, как жизненно. Вот этот бежит. Увидели сбоку там? Ну, короче, ща все будет. Так. И как бы, да, у меня здесь подлагало немножечко. Вообще замечательно, у меня здесь лагает. Уху, как круто, у меня залагали свиньи, когда это опасное, супер дело опасное. А, блин, за мной эта тварина бежит, бежим, а! О, так я неплохо так подзаработала. Блин, это очень... Блин, чё, куда бежать? Блин, это опасно, когда они лагают. Особенно, когда... Блин, он меня скоро догонит, вот чё плохо. Блин, тут вообще близко, ему сантиметр до меня. Блин, вот бы палочка помогла, я её использовала, походу. Спидран Дрима, бежим. Беги. До парка. За что? Это правда какое-то издевательство, они через секунду меня ловят.
Так, ребятки, сейчас мы, наверное, будем прощаться, потому что, типа, это я все сделала, ну и так далее. Если будет правда, то будет, если нет, то нет.